Чек, делай. Все, давай, поехали. Еще. Сюда. Давай, одевай его ноги. Давай. Меня. Играй. Можно атаковать сразу. Я когда в школу пришел в первый класс, мне вот предложили сходить на баскетбол. Вот, и я решился. И меня как-то эта история затянула, и мне понравилось. Баскетбол я пришел в возрасте 5 лет. Тренировался вот в 5-й школе. Баскетбол в 7 лет, в первом классе. Я был на играх школьной баскетбольной лиги КСБаскет. Я просто пришел посмотреть на нашу школу. Мне понравилось, и меня отдали. Привели в секцию на первую тренировку. 2013 год. В стране обсуждают, как российские космонавты вынесли олимпийский факел в открытый космос. Говорят о падении метеорита в Челябинске. И как Казань принимала Всемирную летнюю универсиаду, первую в постсоветской России. А в Пермском крае, в городах Березники и Соликамск, начинает работать баскетбольный клуб «Калибаскет», который станет взлетной полосой и вторым домом для тысяч детей. Мы находимся в спортивном зале школы номер 5. Зал был отремонтирован один из первых в рамках проекта по развитию баскетбола «Калибаскет» в городе Березники. Помимо него еще были отремонтированы в общей сложности 10 залов в Березниках и Соликамске. Было уложено новое покрытие, тогда это было вот, как сказать, абсолютная новинка, ноу-хау, оно противовандальное, оно хорошо отскакивает специально для баскетбола. Почему, допустим, ни футбол, ни хоккей спрашивают, да? Допустим, ну вот с футбольными полями у нас, к сожалению, в то время, в 2013 году, было напряженно. Как бы школьные стадионы, они появились позже уже. Хоккей – это сезонный вид спорта, а баскетбол, школьный спортивный зал вполне мог бы, как бы, стать как раз вот базой для этого. На чем мы остановились? Таким образом появился «Калибаскет». Но тогда это назывался проект по развитию баскетбола как массового вида спорта. Он сейчас так называется, «Калибаскет», оно появилось чуть позже. Когда дети стали выезжать на соревнования, в общем-то, соревнования, которые, значит, уже на уровне федерации, в общем-то, и там нужен был такой общий девиз, общий слоган, очень короткий, который бы стимулировал, как бы, команду как команду на начало игры. Форма, которую, да, инвентарь. Понятно, что нужно было финансирование, достаточно серьезное. Финансирование полностью было за компанию «Уралкалий». Честно говоря, даже сначала думала, когда посчитала первый бюджет, думаю, ну, наверное, как бы вот не одобрят. Одобрили. Это самый большой, наверное, амбициозный проект нашей компании. Почему еще баскетбол? Это игровой вид спорта. Это заставляет человека, наверное, как-то мыслить по-другому. Исторически сложилось так, что баскетбол, ну, скажем, был одним из таких профильных. Еще когда был Советский Союз, я сам учился в школах таких, и было и первенство города, и Соликамска, и Березники, и было первенство края. Это все было достаточно на высоком уровне поставлено. А на тот момент руководители приняли решение поддержать там именно вот этот проект. Организовался «Калибаскет». Я сам очень много в этом участии принимал, потому что, ну, сначала не совсем верил, что что-то заработает. Но как оказалось, вот те люди, которые были с «Уралгрейтом», были в баскетболе, они и подняли это. Мы поставили небольшие цели и задачи, то, что мы за 2 года наберем 500 человек. Мы сделали наборы в школах, еще привезли сюда сербских тренеров. Давайте скажем так, то, что, конечно, это была фишка на тот момент. Тренер-иностранец, город Березники, город Соликамск. Время. Игра закончилась со счетом 23-15. Мы прямо обязали всех тренеров
ходить по школам, разговаривать даже в магазинах и в автобусах с высокими родителями, с высокими мамами, папами, просто даже узнавать, ну, если у них, соответственно, мальчики, и, ну, если у них желание. И, конечно же, истории были разные и странные. Это когда человек, а он еще и серб, и не идеально он разговаривает на нашем языке, с виду он вроде как славянин, а получается, девушка, что там у вас там с детьми? Ну, вот эти вот речи, конечно же, были казусные такие моменты интересные. У меня была всегда такая мечта, чтобы большое количество детей бесплатно тренировало, нет, как в Сербии. В один прекрасный день к нам приехал тренер в школу. Высокий мужчина, звали его Макео Попович. И получается, нас построили, сказали, вот ты, по итогу урока, приходите в секцию. С этого момента я пришел в семью Калибаскета. И получается, на протяжении 9 лет до выпуска своего сам тренировался. После выпуска сейчас тренирую детей. Нужно будет отработать, получается, 5 подходов, то есть 5 площадок. После 5 площадок задание меняем. Все понятно, сейчас быстренько покажу. Двигаемся. Макар уже 3 сделал. Как так? Давай. Быстрее. Баскетбол, он контактный вид спорта. Баскетбол, он быстрый вид спорта. В этом виде спорта развиваются все группы мышц, начиная от ног, заканчивая руками, голова. Ты здесь постоянно думаешь. То есть у тебя на атаку идет 24 секунды. Тебе за 24 секунды есть, примерно, там 100 разных способов, как ты можешь обыграть игрока. 100 разных способов, как можешь сделать распасовку. То есть коммуникации с другими людьми, стиль одежды. Для меня, наверное, самое крутое – это несколько достижений. Первое за границей, когда мы, получается, взяли второе место по стритболу в международном турнире. Там участвовали команды сербские, российские наши команды, еще остальные страны тоже участвовали. Молодцы. Давай, завтра у нас не будет игра. Будет у нас тренировка, отдыхаемо, смотримо и пятницу с крис-кроссом хочу да будем где. Хорошо? Согласны? Андрей, согласен? Когда нас тренировали сербы, мы в августе всегда ездили на сборы в Сербию, в Чуприо. И там у нас был месячный сбор. Мы тренировались, готовились к сезону. Даже один раз ездили на матч России-Сербия в Белград. Смотрели этот матч, наверное, это были самые яркие впечатления. У нас был Биро Небойша, это сербский тренер, который в первый раз вывез всю команду, ребят, они еще были маленькие, в Анапу на поезде 3 дня. Я, конечно, понимаю, что это было для него, но он так сказал. Я для них и мама, и папа, родители, если вы хотите ехать, вы только едете как туристы в поезде. Калибаскет – это большая одна семья. Тренеры едут в этом в поезде, да, как бы уроки там учат, в общем-то. Вот, допустим, у нас Александр Крепышев, так он, по-моему, вообще там репетитором у них у всех. И не дай бог ты там получишь плохие отметки. В общем-то, дневники показывают. Ну, а родителям же тоже, как бы, как сказать, они помогут в другом. И вот такая, как бы, спайка дает, вот, мне кажется, такой результат. Когда все вместе за одно дело. Пошли! Давайте, оп! Сербские педагоги задали высокую планку в подготовке детей, и местные тренеры успешно ее поддержали. Буквально с первого года команда Калибаскета 2002 года рождения попала в финал всероссийских соревнований. Первое место по Пермскому краю. И еще у нас всероссийские соревнования, выход в топ-10 команд с Калибаскетом своего года рождения, 2002-го. Турниры, связанные непосредственно с выездами в какие-то города. Мы постоянно, начинается учебный год, ездим в Казань, в Питер, в всякие разные там области России. Это дает большой опыт в плане игрового процесса. Ты все равно как бы берешь опыт других игроков, смотришь, кто есть. Сам себя формируешь как игрока, ну, лучшего уровня. Калибаскет задумывался как именно гигантский социальный проект, в который будут дети участвовать в баскетбольной программе. Ну, то есть цель была основная, это
массовость, шаговая доступность и доступность. Но когда мы этой цели быстро добились, да, и когда мы начали шагать дальше, то есть, ну как шагать дальше, мы начали попадать в финалы Первенства России. То есть это показатель, это 16 команд со всей страны, куда ты попадаешь. Причем попадаешь командой Березники. Команды Соликамска. Вот тогда мы поняли, что действительно надо уже думать о том, что мы становимся уже, переходим на следующую планку. Вот если игроки-олимпийцы стараются восстановку и при проходах играть и искать скидку, то Березники все время уверенно идут до конца. 2018 год. 5 лет с момента создания баскетбольного клуба «Калибаскет». О нем знают и говорят далеко за пределами Пермского края. Команда игроков 2005 года рождения проходит все этапы первенства России. Никому неизвестная команда из Березников выигрывает московский ЦСКА. Занимает 4-е место в финале первенства страны. Еще 2 сборные участвуют в полуфинальном этапе. У нас, во-первых, в финалах до этого... Вообще пермский баскетбол, один раз выходили команды у нас, пермяки выходили в 89 года рождения в финальные этапы. То есть финальные этапы, а тут сразу получается 2 команды из Перми в финале, в 4-ке лучших. То есть это вообще просто был для москвичей это нонсенс, которые думали, что это так чисто разовая акция, и что на следующий год все станет в свои места. По итогам спортивного сезона 3 воспитанника клуба приглашены в расширенный состав сборной России по баскетболу. Новый игровой сезон 2018-2019 года начинается достойно. На финальном этапе первенства Пермского края команда юношей 2004 года рождения попадает в тройку сильнейших. А уже в следующем сезоне команда 2005 года рождения будет приглашена в Европейскую юношескую баскетбольную лигу. Мы целый год играли в юношеской европейской лиге клубом «Калибаскет». Во 2-м дивизионе и также с 1-го года мы заняли 2-е место. Наши ребята приехали с медалями с европейского первенства. Это очень значимо. Выезды и соревнования – это обязательная программа. Мы с 1-го года, 2000-м годом, 2001-м и 2002-м мы уже будем говорить через первенство края. Мы сразу же участвовали в чемпионатах России. Вершина детского спорта – это все равно первенство России. Чтобы увлечь детей игровым видом спорта, соревнования просто необходимы. Поэтому с момента создания клуба для ребят стали проводиться разные турниры. Для дошкольников – новогодний переполох, для первоклашек – майские итоги. А стритбол уже давно стал визитной карточкой Березников. Раз в год на городских площадях массово открываются баскетбольные площадки, а в небе парят оранжевые мячи. Ну и, конечно, школьная баскетбольная лига. В момент создания – единственные в стране уникальные соревнования для младших школьников. В Березниках и Соликамске в нее играют около 3000 мальчишек и девчонок. В этом году по просьбе ребят разрешили выступать и 5-классникам. Ну, команда у нас хорошая, все сильные. Вот. В этом году 1-е место получили по городу. Меня в занятии спорта поддерживают дедушка и вообще родители, потому что они хотят, чтобы я выигрывал и получал медали. Вот, мне купили кроссовки и мне купили баскетбольную форму. Когда они спустя год получают 1-е место по ШБЛ, для многих родителей это было прям вау. Для меня это было очень приятно, очень много эмоций я испытал в тот момент, когда дали кубок вот детям, и они прям такие «да». А когда они выигрывают, у них прям вот полет мысли, они там все такие радостные выходят. Кто-то мне из родителей рассказывал, что некоторые дети прям спят в этих формах, прям с этими медалями спят. Для них это все равно что-то такое, то, что вот рядом с душой. Иногда я находила, например, под одеялом мячи, да, было такое, да. И он себя, кроме баскетболиста, никем не видит. Мы просто как бы живем этой жизнью баскетболиста, это правда. Мы не только болеем, да, и поддерживаем, но даже в те же поездки, когда нужно собрать быстренько все вещи
Потому что один уезжает, приезжает обратно, второй уезжает. И вот эта вот круговерть, она просто целый год. Ну, вот так случилось, что Дмитрий пошел, и потом пошел младший сын Арсений, тоже у нас ходит, 2010 год рождения. Мы вот сейчас занимаемся детьми, у которых много родителей занималось баскетболом. У нас есть преемственность вообще поколений, у нас там в трех поколениях есть бабушка баскетболист, дети баскетболисты, внуки баскетболисты. Да. У нас есть династии семейные, в которых там по 4 человека мальчики все баскетболом занимались, например, занимаются. Занимаются 3 сына в Калибаскете 7-го года, 10-го года и вот 13-го года. С самого начала открытия Калибаскета. Вот так вот живешь, мячики дома, кольца, это все. Соседи там, ну, бывает и без этого. А у нас, мы выбрали почему, у нас Григорий Михайлович, наш физрук 17-й школе, он так хорошо им это все преподавал, и мы так решили, детям понравилось. И все, и нас затянуло в нее, и не рассматривали больше ничего. Мы всегда говорим, что наш тренер – это наш второй отец детей. И как бы то, что он иногда бывает ругается, это в порядке вещей. Это он смотрит, он знает, он все понимает, как с детьми работать. Средний сын у меня выпускается в этом году. Ему будет вручать там, ну, удостоверение баскетболиста. Золотой мяч – это итоговые итоги года, которые проводит Калибаскет, награждает лучших и иногда просто хороших ребят, родителей, тренеров, за то, что они, значит, какие результаты они показали в сезоне. Когда ты вот все это в зале, вот, значит, все там как в едином порыве, ты понимаешь, что вот, ну, ты не зря работал, то есть вот, в принципе, ради вот этой как раз атмосферы, когда и дети, и родители, и тренеры, все вот как-то, все вместе, так будем говорить. Когда ребенок ходит на тренировки там 5 раз в неделю, в общем-то, отдается там по полной, когда он выезжает на сборы, когда он выезжает на соревнования, и когда он всегда, и родители в том числе, значит, вот надо смотреть утром, как они их провожают, там в 6 утра, в 5 утра с этими чемоданами, баулами, там машут руками, как они сидят потом и смотрят, где вот это все, как они играют, потом пишут в этих вот в группе, там, молодцы, там, и так далее, и все прочее. Это вот все создает такую общую атмосферу. Когда я понял то, что вот сейчас карьера, грубо говоря, закончилась, но мне хотелось попробовать что-то кроме этого. То есть я хотел передать кому-то знания, которые были накоплены у меня. И поэтому я сам пришел к руководству, сказал, давайте что-то делать. Сделали мне отдельную группу, сказали, вот, теперь ты ходишь по школам, набираешь себе детей, как когда-то набирал мой вот тренер первый. Когда ты приходишь, у тебя зал, и приходит 40 человек, вообще с разных групп, а у тебя одна группа должна быть сегодня. Но они как бы вот стоят, ну, можно мы потренируемся, это тебя заряжает на работу. Тебе хочется вот что-то отдать, что-то принести в мир, чтобы после тебя что-то осталось, чтобы вот прошло там 30 лет, и какой-нибудь твой бывший ученик сказал, вот у меня вот там тренер такой вот был, вообще крутой, мы с ним столько всего сделали. Мы приходим сюда не как, грубо говоря, в какую-то секцию, мы приходим сюда как домой. Здесь все друг друга принимают, все друг друга ценят, все друг друга любят, потому что все равно столько времени проводить с людьми, ты начинаешь как бы ментально сближаться. И то есть, когда выходишь из стен вот своего клуба, тебе так тоскливо на душе, ты понимаешь, что очень много моментов было позади осталось, и то, что их уже не вернуть, и ты вот смотришь на эти фотографии все, где вы там вместе, и ты понимаешь, что это счастливое детство на самом деле. Это где? Москва. Это у нас в Березняках. Так это, наверное, Дюба. Калибаскет? Ну да, ну по сути же я провел там, ну, большую часть своей жизни. Первый наставник, который меня продвигал, мой типа, путь до 16 лет. Меня многому научили, да, за все вот мой пройденный путь в Калибаскете, но я многому научился. Да, даже особенно при последнем тренере мышление поменял. Баскетбольное мышление стало немного другим по сравнению с прошлыми годами. То есть 2 года назад было совсем другое мышление баскетбола, чем сейчас.
Я больше стал оценивать ситуации, смотреть площадку, в принципе, партнеров больше стал намного находить передачами. На сегодняшний день, ну не то что же костяк, а большинство именно наших специалистов и наших тренеров, ну они сами мастера спорта и чего-то достигали сами, то есть могут именно научить, показать и вырастить вот детей, взяв их ну, с самых низов, получается, с первых классов, с садика и доведя их, соответственно, до окончания общеобразовательной школы. Это тоже штучный и качественный, ну, такой подход. Это очень сложно, потому что объяснить человеку, работающему, ну, в городах, даже миллионниках, что у него есть определенные задачи, перспективы поработать в колибаскете, конечно, есть сложности, то есть, ну, общаемся, разговариваем. Но на сегодняшний день я считаю, что у нас именно с тренерским коллективом у нас все хорошо. Вот в этом году мы сборная Пермского края на базе, организованная и созданная на базе баскетбольного клуба «Колибаскет», заняли третье место. Приехали с командными медалями, с первыми командными медалями. То есть на 10 лет ребята клубу сделали подарок. Когда на финале обыграли «Самару», все никто от нас не ждал, вообще никто не ждал. Может, даже у нас и полкоманды даже не ждали того, что мы можем обыграть «Самару». Все думали, что будет для «Самары» проходная игра, но мы выиграли. Когда все рассчитывали на то, что «Самара» будет играть в финале, а мы их до 9-16 выкинули. Просто все настроили, все были заряжены, друг друга поддерживали. Чикишев так контролирует мяч, ситуацию, он на дриблинге спокойно абсолютно себя чувствует. Мы все у телевизоров провели весь этот финальный раунд, когда мы по телефону созванивались, писали, что-то подсказывали, даже вот какие-то некие шаги, которые там после вот игры с Краснодаром, то есть на связи постоянно, то есть и тренерский штаб, который был там, всегда знал, что мы рядом, вот мы в телевизоре, мы все видим, все знаем. И пацанов поздравляли, и, ну, все были там, медаль, она медаль всего клуба, медаль всех. То есть ее нельзя назвать, то, что вот она только вот этой команды, она всех. И все дети знают, и вы не видели просто в социалке, сколько написали, сколько поздравлений, говорю. Поздравляли и тренерские составы, и тренера, и руководство школ других регионов. Так получилось, что и хорошо получилось, что как бы клуб заметили, в общем-то, потом клуб утвердился, я думаю, что вот именно в юношеском детском баскетболе на уровне страны, и стали, в общем-то, ребят приглашать другие клубы. Проблема переманивания, перехода в другие клубы, она существует, но ее можно рассматривать с разных сторон. Если за твоими детьми из твоего клуба не идет охота, не идет переманивание, не идет какая-то борьба, значит, ты плохо работаешь. Звонки родителям, звонки детям и говорят, а вот поехали вот там в «Зенит», а вот поехали вот в ЦСКА, а поехали в «Локомотив», «Кубань». То есть это конечно, он процесс-то и понятный, но как клуба это, конечно, обидный. То есть никаких мы палок, вот, то есть там наручников мы ни на кого не одеваем. Но опять же, если у ребенка хотя бы есть шанс именно попасть в более какую-то мощную и правильную структуру, то есть мы, конечно же, никаких ни подножек, но ничего стараемся не делать. Пусть едут и прогрессируют, и помнят, что, откуда он, чем он тут занимался. А поверьте, то есть, ну, все вот эти вот наши воспитанники, которые уже вышли хотя бы на молодежный, уже более качественный уровень, то есть они ну, вот прямо, колибаскет, ой-ой-ой. Откровенно скажу, постоянные скандалы. Но они таким, в хорошем смысле слова, постоянно звонят какие-то клубы и говорят: «Сергей Леонидович, вы не можете там на колибаскет повлиять, у них там хороший мальчик, можно нам его как-то забрать?» Забрать нельзя, есть определенные правила. Чем отличаются игроки колибаскета, которые их готовят тренеры в этой системе,
они совершенно духовитые, они хорошо обучены. Тренерский штаб подобран в Уралкале на изумление качественный. То есть они играют, они борются, а они борются не только на площадке. В 2019 году баскетбольный клуб «Калибаскет» и фонд развития пермского баскетбола «Парма» заключают договор. Согласно ему, ребята, которые показывают высокие результаты, получают шанс перейти из детско-юношеского спорта в профессиональный. Благодаря «Калибаскету» я оказался здесь, в «Парме». И это шаг вперед, шаг наверх, больше прогрессировать. Тут сильнее, больше конкуренция, сильнее игроки. Даже когда по детям играешь, еще не понимаешь. Потому что это детский уровень. Когда ты приходишь во взрослый баскетбол, там другие скорости, другой контакт, другие габариты. И там ты уже понимаешь, примерно, сможешь ты или нет. Ну, идти дальше, играть по высшим лигам, по суперлигам, по лиге ВТБ. Вот эту всю базу, школу баскетбольную, навыки, все, что дал первый тренер, это, наверное, самый большой вклад в развитие игроков. Это очень хороший вклад именно с того самого северного куста. Он продолжается, этот вклад, что оттуда приезжают очень хорошие, именно характером, да, воспитанники, которые всегда заряжены, всегда готовы биться. Это очень важно для нас, тем более у нас немножко пермский всегда должен быть такой кулак, который основную часть, которую как раз составляет, может быть, и березняковские, и соликамские ребята. Самое важное, вы знаете, это как база, это как фундамент у любого дома. Теперь задача наша из детского баскетбола привести их в молодежную программу, еще нарастить, дать знания, дать физическую подготовку и техническую подготовку, ментально дать игровую практику, и для того, чтобы они через молодежную программу, уже через дюбл, через молодежную команду попадали в основную команду. И чтобы это было все время подпитка, чтобы они не было исключения из правил, а была система, которая каждый год, допустим, 4-го года 1-2 игрока зашли, 5-го года целая плеяда, может быть, 3-4 игрока, за 6-го года 2-3 игрока. Вот уже практически весь костяк российский может быть в скором будущем. Мы видим талант ребят, видим их горящие глаза, как они работают. И вы сейчас сами видели на тренировках, да, и утром, и вечером. То есть у них большая гипермотивация, да, они хотят этого достичь. Но задача такая, чтобы помочь ребятам, потому что они очень быстрые, особенно березняковские, соликамские. Ребята все быстрые, прессингуют, все неуступчивые, с характером, с таким уральским, да, такие вот они, ну, в пределах правил. Они уже готовы к борьбе мужской, уже сейчас 18 лет. За ним вставай. Кольцо, где наше кольцо, Рома? Рома покажет. Рома, с видением, подбеги и брось кольцо, бегом. Остановочка, остановка. Ручку потянуть. Молодец, попал. Идем на следующую тренировку? Да. Не слышу, идем? Так, все, ладно. У нас 2003 год, например, да, выиграл тогда соревнование, значит, на Christmas Go международный был турнир в Перми. Они были награждены и были на матче всех звезд в Москве, да. Мне кажется, каждый из них почувствовал тогда, что такое баскетбол, как это вообще может быть в жизни, в общем-то, и вот мне на всю жизнь запомнит. Безусловно, если бы сегодня одна из крупнейших компаний, такая как «Уралкали», не поддерживала эту тему, то, наверное, как бы все это бы как-то было, ну, немного по-другому выглядело. Детей все больше и больше хотят заниматься баскетболом. Мы видим те результаты, которые есть. Большинство, там, ну, очень многие наши, допустим, воспитанники играют в центральных клубах. Компания финансирует достаточно большие средства. «Калибаскет» у нас большой, интересный, творческий коллектив тренеров, вообще великолепные тренеры, которые погружены в эту работу. Перед ними только, ну, вот я вот могу только в пояс поклониться. Наша задача – увести детей с улицы. Когда ребенок занят и погружен в историю под названием спорт, это, во-первых, интересно, во-вторых, с точки зрения самой физической культуры это полезно, но и самое главное, у людей еще раз меняется сознание. Я вот повторюсь, то, что люди становятся командными игроками, они становятся друзьями. Когда ты знаешь, какой путь они прошли, как они готовились, тренировались, и сколько было здесь сделано компаний для того, чтобы они имели все возможности для того, чтобы тренироваться, ездить на соревнования. Ты понимаешь, сколько людей работают над тем, чтобы вот у этих ребят все получилось и в спорте, и в жизни. «Калибаскет» станет проектом не только Пермского края,
а вообще в целом всей компании. «Калибаскет» – это совершенно уникальная история, которая продолжается уже на протяжении 10 лет. На мой взгляд, компания сама «Урал-Кали», она на это обращает внимание так же профессионально, как относится к своему бизнесу. Поэтому там все четко, понятно, бюджетировано, результат какой, какая цель. Казалось бы, что это социальный проект для Кали, для «Урал-Кали». Но, тем не менее, в этом социальном проекте постоянно появляются профессиональные игроки. Все знают про «Калибаскет». Все знают в России баскетбольный, что такое «Калибаскет». 2023 год. В клубе «Калибаскет» занимаются более 1500 детей из Березняков и Соликамска. В двух городах открыт 21 баскетбольный центр. «Калибаскет» входит в топ-10 лучших баскетбольных клубов страны. Его игроки – обладатели бронзовых медалей на первенстве России. 10 бывших воспитанников выступают в ведущих клубах страны, в том числе ЦСКА и «Зенит». 7 экс-игроков «Калибаскета» тренируются в Парме. Сейчас очень много талантливых детей, которым все дано, габариты, данные. Они по 2 метра ростом, размах рук у них 2 метра, но они ничего не хотят делать. И хоть бы у тебя какой талант не был, но если ты не хочешь над собой работать, ну, во взрослом баскетболе ничего не будет. Так что я хочу пожелать упорства, трудолюбия и усердия. Если ты хочешь этим заниматься, если ты хочешь играть, что там, тогда у тебя все получится. Желание тренироваться, много тренироваться, трудиться. А в телефоне сидеть – это просто дома лежать на диване и просто сидеть в телефоне. И ничего не делая. У тебя и здоровье не прибавится, и сил не прибавится. А так-то, если будешь ходить на баскетбол, то у тебя и силы будут лучше, и здоровье будет, и мышцы будут расти. Я уже понимаю то, что у меня есть шансы выигрывать, то, что я могу выигрывать, то, что могу кольцо забивать, могу медали добывать, выигрывать.